Я просто обожаю. Тащить на себе. Это просто. Ты что, больной? Надо купить шапочку. Тормоза отказали. Атенция. Всем привет. Мы решили отправиться на этих выходных в село Хумулешть и посмотреть на песчаный карьер и виды, которые открываются с него. По прогнозу погоды обещали небольшой дождь, но мы решили не придавать этому значения и отправиться в дорогу. Я снимаю это, потом покажу твоей маме, как ты материшься. Всего на такую авантюру у нас подписалось 7 человек. 2 девушки и 5 парней. Правда, Паша в последний момент, проехав треть маршрута, решил отказаться от него и вернуться домой, так как он совсем не любит дождь, который немножко начал капать в этот самый момент. Вот мы едем, примерно половину пути проехали, уже моросит небольшой дождик, так что и ветер, кстати. Вот я догоняю ребят. Ребят, скажите что-нибудь, я вас снимаю. Ай. Ой. Я это покажу потом вашим мамам. А папе? И ему. Вот к этой. Иди сюда. Слышь, капец, как слышно. Слышно? Отлично. Мы нашли, короче, трубы. Кому нужны трубы хорошие? Вот тут. Атенция, атенция. О! Быстрее! Заодно сейчас проверю, как она снимает. Это трясется сильно или нет. Проедь вперед, я тебя сниму. Тебя, наверное, трясет не хуже моей GoPro. О-о-о! Преодолев слегка затянувшийся подъем и вдоволь накричавшись трубы, мы выехали на относительно прямую дорогу с действительно потрясающим видом на Кишинев. Я вам скажу больше, в закатное время там невероятно красиво. О, там КамАЗ. Видишь? Так, вот мы обменялись велосипедами. Я сел на гравийник. Гравия нету. Как тут ехать, я не понимаю. О! Сейчас Блин, у меня этот ремешок, блин, в кадр попадает, походу. Ну, кстати, мне кажется, сейчас ракурс для камеры слишком низкий, потому что я ее настраивал под свой, а здесь я прям лежу. Не знаю. Ну, слушай, вполне, знаешь, на своем бы я точно бы здесь не проехал. Тут прям зеленая трава, я смотрю, такая, или это зимы какие-то? Блин, не та передача. И вот здесь асфальт просто идеальный, ты видишь? Тормоза отказали. Итак, проехав участок действительно замечательного асфальта, в городе даже такой иногда не встретишь, мы вновь выехали на грунтовую дорогу и отправились дальше. О, как тут грязь, блин, я весь в грязи, ура! Вот что происходит, когда ты на полной скорости с этими крыльями въезжаешь в грязь. У тебя колесо блокируется, ты не можешь ехать. Потому что у него колесо не крутится. Я снимаю. Серьезно? Да. А зачем мне еще GoPro? Для таких вот экстремальных моментов, когда я тащу на себе велосипед, у которого не крутится колесо из-за того, что я заехал в грязь. Вот, короче, сколько здесь всего в этом крыле. Не так я себе представлял эти GoPro приключения, что я вот буду тащить на себе в горку велосипед,
у которого вообще не крутятся колеса из-за грязи. Лайк. Так, ребята, перед вами карьер. Мы добрались до Хумулешть ценой больших потерь. Это как бы сама дорога, она была вполне хорошей. То есть прям отлично. Проблема в том, что в сам этот карьер невозможно попасть, потому что дорога размокшая. И у нас вот такие вот проблемы. Вот, например, так выглядят мои ноги. Обе причем. А вот так выглядит мой велосипед. И есть небольшая проблема. Он не едет дальше. То есть колеса у него слегка заблокированы, скажем так. То есть я пытаюсь, но как бы все. Я его, наверное, здесь уже оставлю. Давай. Ребята делят последнюю найденную палку, чтобы чистить колеса. Ребят, как вам? Нормально. Я просто обожаю кататься по грязи. Да нормально все. Так а что будем делать с моим велосипедом? Ты себе новый возьмешь. О, оно мне не снимается, оно мне зафиксировалось в грязи. Кстати, лучше, чем их в центре держит. Я вам советую. Ты снимай колесо, как я его. Опа, есть, пошло. Пошло. Никто не спиздит. Это просто, я не знаю, что сказать. Ой, блядь. Красота. Так, честно, ну, посмотри, чтобы он не упал. Ты велосипед духой на траву поставил. Да, уже как бы, знаешь. Уже как бы похуй. Уже да. Вот это... Я даже испытываю какое-то удовольствие, как будто леплю горшок глиняный. О, у меня еще не сдох первый аккумулятор. Сколько там? Ну я не знаю, я как бы немного снимаю, но он еще не сдох. Какой край, Саша? Как ты? Я снимаю, если что. Нормально. Как? Заебался его. Извините за выражение. Блин, я снимаю, а ты тут извиняешься. Да вон они. Они что, даже не побегут? Ну и что, слезть с велосипеда? Пошли нахуй. Это вот мы едем по нашей замечательной индустриальной улице. Хотя ее сложно назвать улицей, потому что здесь практически нет асфальта, порядка, чистоты и закона. Да, Саша, ты стал брызгать своей херней! Ты что, больной? Мне попало, походу, блядь, на меня. Хотя нет. Нет, что-то такое горькое я ощутил. Фу, блин! Сопровождение, контактов президентский, да? Блин, надо купить шапочку поплотнее, а то это так выбивает. Сейчас подожди, давай.
Ну давай, ставь. Ты закончив наш маршрут, мы с Сашей решили заскочить на автомойку и быстренько сбить грязь с велосипеда. И именно в этот момент произошло то, чего я так боялся. GoPro перестала записывать видео, и остался только звук. А, вот и закончилась наша покатушка. Честно говоря, она очень сильно затянулась, потому что каждый ехал как мог. Только вот вернулся домой, сейчас уже, наверное, 4 часа. Не знаю, сколько мы вообще проехали. Велосипеды все грязные, и я весь грязный. Плюс у меня заболело сильно колено, не знаю, я еле доехал. В целом, я доволен. Интересно очень испытать вот саму GoPro и крепление на грудь для нее, как вообще все вышло. Ну и до новых встреч!